Всем привет, друзья, вы на канале Дудаплей. И мы играем арахнидом в игре Heels of Steel. Танк арахнид. Смотрите, какой он быстрый. Такой вот танк. Тихо. Ну, арахнид, типа, же этот жук какой-то, да? У него даже, типа, глаза такие нарисованы, да? Фары такие стоят. Так, а ну-ка, мы сейчас его поближе подойдем. Есть. Все циркулярочкой. О, тихо. А, мимо. Так, надо мне как-нибудь встать. Холм, видишь? Маленький. Есть. Все, готов. Вертолетчика мы уничтожили. Так, а здесь у нас два танка. О, циркулярочка работает. Есть. Уничтожили. Идем дальше. Здесь, по идее, это же джунгли, да? Здесь, по идее, эти должны еще быть. Самолеты. Что-то я не вижу ни одного самолета. Только вертолеты, смотри, летают. Есть. С одного попадания мы его уничтожили. Ну, такой вот арахнид. Он у меня прокачанный. Очень быстрый. А, вот и самолет, смотри, первый. Так, увернулись мы от бомбочек его. Ага, отправляем. Идем, смотри, вот этого сейчас уничтожим, и будет босс. Скорее всего. А, нет, еще кого-то мы должны щелкнуть. Может быть, даже два танка. Но я думаю, одного танка и все. О, у меня уже здоровье, смотри, половина. Нифига себе. Так, тихо. Готов. Все. А, босс, у нас тут вертолетчик будет. Ё-моё, он мощный. Но у меня тоже, как бы, я стреляю хорошо. Так, ладно. Давай сюда. Опа, все, разбили мы. Уничтожили мы босса. Хорошо, играем дальше. Давайте попробуем, поиграем. Теперь не атака Марса, а крушитель Луны. И будем на своем титанчике. Черный я выберу. Черный танк. Сейчас посмотрим, сколько на крушителе Луны мы заработаем. Здесь уже не будет марсиан вот этих вот всяких разных. Поэтому можно на пролом идти, не бояться. О! Тут они по одному ездят. Поэтому не страшно. Ага, а тут двое уже, смотри. Ах ты гад. Ну все, ребята, уже все, пошла. Пошли много танков сразу. Так, вот этого сейчас. Все, отщелкали. Замечательно. У меня босс, у нас армада. Угу. Ну давай. Раз. Два. Поражение будет. Все, уничтожили. Забираем его ремкомплект. Подлечили 100%. Вот, теперь аккуратненько едем. Вот, теперь я понимаю, сейчас много танков будет. И все, теперь вдвоем они ездят. Два танка сразу. О, дружок. На тебе. Так, вот этот лазерный меня достал. Видишь, у меня танк большой. Им легко попадать по моему танку. Есть. Есть. Еще один ударчик. Готов. И следующий. Все нормально. Где здесь танки? О, ух ты! Нафиг я сюда стал. Есть. Всех уничтожили. Экс. На, подожди, на. Уничтожили. Едем дальше. Ох. Видишь, я не могу просто-напросто. У меня дуло не регулируется. Ой, поэтому
Тут надо внимательно, аккуратненько стрелять. Опа, готов. Следующий. Ух ты. На. Все, подлечимся, подлечимся обязательно сейчас. И скоро будет босс у нас. Вот и босс. А кто же у нас там? Лазерная пасть. Но это хозяин Луны. Хозяин Луны. Хозяин Луны, ребята. Сейчас мы его. Попадание. Раз, два, три. И четыре. Все. Уничтожили. Лазерную пасть. Забираем ремкомплектик. О, танки, смотри, сразу. Сразу подъезжают танки. Ну, ничего страшного. Есть один, и сейчас второй. Готово. Сейчас мы сейчас щелкаем. Один за другим. Угу. А, красненький. Ой, люблю красненький. На. Ты что такой ушлый-то, а? Все, здесь хорошая точка. Всех мы здесь уничтожили. Опа, опасно. Опасненько. Так, вот двоих сразу. Да ты что творишь, а, гад? Есть. Разобрали на винтики. Всех танков вражеских. Просто так, на винтики мы их разбираем. Опа. Раз. Два. И это два. Три. Четыре. А, ты еще живой, что ли? Ах ты гад. Раз. Два. Так, и вот этого. С пирожками. На тебе. Так, быстро залечимся. Отличненько. И отправляемся дальше в путь. Так, будет здесь кто-нибудь ехать или нет? Да. Едут. Вон здесь станем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Так, семь. Семь танков было, офигеть. Не боятся же столько танков на меня посылать, столько танков. Семь танков, ребята, вообще серьезно это они? Я считаю, это перебор. Семь танков посылать. Тут я тоже не считал, и он тоже думает. Танков 7 не меньше. Вау! Ё-моё. Эти вот запчасти, которые летают, они мне мешают попадать. Защищают эти танки, они защищаются. Как броня какая-то. Ну что ж, скоро у нас третий босс. Так, все, я тебя ждал. Красненький дружбан. Во! Сколько тут танков пошло. А ты чё, а, Лазер? Забираем монетки. Спокойно причем. Все. Кто же у нас там будет-то? Какой босс? Легиончик. Ну давай. Раз. Два. Три. Три удара. Все, ремкомплект берем. Чинимся. Ух ты! Теперь вас будет много, я знаю. Теперь мне нужно будет очень аккуратненько здесь с вами работать. Вот, и вот этого сейчас еще. Щелкнем. Есть. Вот этого дружбана. Готов. Так, ну что, все? А, нет, еще едет. Готов. Вот теперь уже все. Забираем монетки. О, нет! Они мне не дают вообще проходу. Вообще мне не дают пройти. Ничего. Даже 5 сантиметров. Прям бригада, смотри, едет. Так, лечимся. Все, подлечились немножко.
Монетки эти забираем. Опа, да. Этого гада стреляем. Во, бригада какая. Сейчас мне надо будет... Не, лучше я отъеду, потому что слишком много их. Там еще и Катюша работает. Лучше поодиночке выстреливать. Раз, два, три. Три, я сказал. Все, красный, видимо, последний был. Замыкающий. Тыкс, тыкс, тыкс. О-хо-хо-хо-хо. Бригада опять едет. Тихо. Ты что творишь? Гад. Есть. Второй. Третий. А, смотри, вот, а, вонючка. Стоит, меня стреляет. Не знаю, до четвертого босса дотяну или нет. А здоровья-то уже мало. А бригад все больше и больше. Есть. Одного щелкнули. О! Все. В тупике я, да? Так, ты что творишь, а? На. Так, вот это тоже мне не нравится. С автоматчик. Автоматчик, автоматчик. Есть. Второй. И есть попадание. О, бригада. На тебе. Подожди, 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 не стреляй. Вот. Еще один. Еще один. Еще один. Так, все? Больше не будет у вас? Да, закончились. А, красненький что-то лежит, отдыхает. Ты что там лежишь? А что ты отдыхаешь? Давай, работай. Опа, готов. Да, здоровье у меня уже маленькое. А бригада летит прям мощная. Готов, готов. Да ё-моё, я не могу встать, на ноги. Обстреляли меня. На. Так, я автоматчик, смотри. Держи пульку. Все, едем. Здоровье, конечно, очень у меня маленькое. А как же тебя мне уничтожить? Слушай, дружбан. Вот я не знаю, как мне тебя щелкнуть. Мимо. Мимо. Попадание. Еще один. Да сколько у вас там, а? Так. Я там хотел монетки собрать. А они уже прибежали. Эй! Зараза, убил меня.